Партнер рубрики «Уссурийский филиал гуманитарно-коммерческого колледжа» продолжает прием студентов на дневную и заочную формы обучения. Все вопросы по телефону 33-06-76. Бодрого вам настроения. Можно ли шутить, выступая перед аудиторией? Сегодня говорим об этом. Если перед какой-то серьезной аудиторией, то шутить не стоит. Если это когда серьезный доклад, серьезная тема, для чего это? Если он напрямую может там пошутить, то можно и пошутить, расслабить так аудиторию. Ну, если серьезный доклад, я думаю, шутки неуместны. Наверное, это самое главное правило для оратора. Улыбайтесь, будьте в хорошем настроении. Хорошее настроение передается людям и разрушает стену отчуждения. Разумеется, необходимо использовать юмор в выступлении. Первая задача – установить контакт между тобой и людьми напротив. И юмор – лучший способ это сделать. Но помните, что лучше вообще не шутить, чем пытаться выдавить из себя заученную шутку. Залог успеха публичного выступления – это естественность. Поэтому, если не можете шутить естественно, лучше не шутите вовсе. Смеясь над собой, становишься выше, считает Сергей Федин. Удачи вам в делах, будьте грамотны.